Клуб по месту жительства «Ассорти» – один из самых крупных в сети городских клубов молодежного центра. В понедельник с деятельностью учреждения познакомился Павел Коньков. На базе клуба занимаются 250 человек. Увлечения у всех разные. И плюс «Ассорти» как раз в многообразии. Танцы, пескография, боевые искусства, трекинг. После обзорной экскурсии губернатор пообщался с молодыми людьми за круглым столом. Ребят интересовало дальнейшее развитие молодежных направлений и участие правительства в этом процессе. Спрашивали также о подготовке к международному молодежному фестивалю. Для меня любой опыт общения с молодежью – это действительно интересно, потому что это не только будущее нашей страны, но это люди, у которых сегодня естественный драйв, естественная энергия, и очень важно нам добиться синергии в этом деле.